Девочками на дерево желаний. Принесли ваши желания к волшебному дереву бобы. Подносим бананчики, ароматические палочки. У нас сегодня экспресс посещение дерева желаний. С девочками мы, к сожалению, расстаемся ненадолго. Я еду на панчакарму. И девочки некоторое время еще останутся в ашраме. И потом тоже
каждый свой пункт назначения. Шанти, шанти, шанти. Подносим гирлянду из жасмина. Ну какая красивая. Она бабе идет. Подносим ваше желание. Нет, лучше сюда. Ближе к седьмой чакре. Пусть сбудутся все желания во благо всех живых существ. Подносим кокос. Капелька еще нам осталась в виде просада. Просад. Этот ушастик встретил меня внизу у ворот дерева желаний и показал мне дорогу. Радуется. Давай сюда, сейчас направо идем. Оценивает, идти или не идти. Ну, давай тогда осторожно, если решишь идти. Дорогие друзья, а здесь ваши пожелания. Решила украсить это место цветочками. Дорогие друзья, пусть ваши все желания обязательно сбудутся во имя всех живых существ. Сегодня в волшебный декабрьский день в Индии, в Путапарте, к волшебному дереву мы поднесли желание от Айнакуль Кудайбергеновой, Татьяны, Римы Мироновой, Светланы, Ларисы, Олега и Натальи из Владикавказа, Екатерины Буханцовой из Ростова-на-Дону, Косова Алла, Коновалова Ольга, Бабошина Елена, Кузнецова Светлана, Каролина, Елена Рыбакова, Алена Матуцка, Наталья Добротина, Лезат, Диа Френд, Екатерина и Гаухар. Да сбудутся все ваши заветные желания во благо всех живых существ. Сайрам! Тут собралась большая тусовка, нежданно-негаданно все встретились на этом перекрестке. Все соседи здесь. Предводитель местного дворянства Кеннон. Баджан Хор. Во главе с Бахыт. Мы идем к Ане Сарасвати. Она руководит обычно хором европейцев. Хор выступает на большие праздники. Вот наша прекрасная Анна Сарасвати каждый месяц устраивает баджаны. Так завещал ее ныне покойный супруг. Видео. Конечно. Ныне фотограф. Все красивые, все звезды. Это видео уже, да? Уже можно махать, танцевать, петь. После баджанов уже на чай позвали. Она нас на чай приглашает. Сайрам. Баджаны будут в русском доме. Кстати, где живет Ирина Хинди Лайф? Заходите.
после баджанов предлагает Анна Сарасвати прасад, освященную пищу, которая была сначала предложена Богу. Thank you.